О своем участии в открытом чемпионате Сочи по волейболу заявили 8 команд. В борьбу за медали вступят и сочинские спортсмены. Волейболом на курорте занимаются около 50 человек. Это спортсмены с нарушением слуха разного возраста. Вместе на одной площадке тренируются и мужчины, и женщины. Смешанные команды, потому что у нас есть полная женская команда. Но им надо заниматься, привыкать к нашим мужским реалиям, чтобы они понимали, как лучше играть. Прогресс есть вообще-то. По сравнению с 2 года назад вообще был другой уровень. Сегодня спортсмены активно готовятся к предстоящим соревнованиям. Кстати, отличий в игре с участием инвалидов по слуху от привычного волейбола немного. Единственное, на площадке почти всегда тихо, ведь спортсмены между собой объясняются жестами. В остальном это обычный волейбол. Кстати, шансов взять медали открытого чемпионата города у сочинских спортсменов немало. Команда уже показывала себя, завоевав в этом году первое место на краевых соревнованиях. Напомню, открытый сочинский чемпионат стартует 6 декабря в санатории «Южное Взморье».